Змей Горыныч был не злым и не вредным. Чудом-юдом был он лишь помалялым. Вот и пользовался внешностью яркой, чтобы жить, как все хотят, на халяву. Пролетит, бывало, низко, чуть слышно, полыхнет огнем факир, да и только. Ну, сгорят потом одна, две, три крыши, ну, коров пяток взлотнет на пригорке. А вообще-то был добрейший змеюгой, сам с собой болтал о жизни часами и грустил, мечтая встретить подругу, чтобы с ней того, ну, знаете сами. Повстречался раз Иван, не царевич, потому что угощал самогоном. И узнав, чем опечален змеевич, описал ему медузу Горгону. Взмыл наш змей, как тот кирпич из рогатки, звал искал и, наконец-таки, встретил. Ты Горгона, и мне тоже не сладко, а какие у нас родятся детки. Ой, не волнуйтесь вы, никто не родился. Поплескался он пред нею на пузе, самогон в морской воде растворился. Не Горгона пусть, но это ж медуза. Ой, это ж сколько надо пить самогону, чтобы с ней ложиться спать каждый вечер. Лучше я умру бездетным драконом, а Иваном закушу, если встречу.